Своих трудов представили новое творчество и полюбовались работами других мастериц. 30 человек продемонстрировали более 300 изделий на новогодней выставке «Мышкин год». Оформляли мы долго, с удовольствием. Я надеюсь, что она проработает 2-3 недели. И слобожане придут, посмотрят, приобретут, потому что изделия продаются. На пороге год мыши, потому многие выставочные работы посвящены этой зверюшке, что, в общем-то, не являлось обязательным условием для участия в экспозиции. В развивающих игрушках Светланы Касиной грызун не фигурирует, но так уж случилось, что свои работы она давно делает под брендом «Книжки от мышки». Так что, можно сказать, ее экспонаты тоже в чем-то тематические. Я выставляю свои работы, развивающие игрушки для малышей. У меня в руках искалочка. Ну, можно использовать как антистресс. То есть такая небольшая игрушечка. Просто можно дать ребенку в окошечко, он смотрит, ищет. Перебирает разные пуговки, бусинки. Выставка очень хорошая и полезная, потому что накануне Нового года задумываешься об оригинальном подарке, а ничего нет лучше подарка, который включает душу, теплоту рук создателя. И она все равно индивидуально. Второго такого подарка уже никого, ни у кого абсолютно не будет. Он индивидуален. Свои работы на экспозиции представили не только слобожане, но даже гости города. Татьяна Марихина приехала к сестре и оказалась среди участников выставки. Хочется что-то после себя оставить. Вот. Очень много вижу. Несколько лет назад мы с сестрой были в Кирове на выставке «Пуговиц». И приехали домой такие окрыленные, потому что дома оказалось столько этих пуговиц. Мы их все собрали и стали думать, что, как. Ну вот, знаете, прошло какое-то время. Я в этом году в Москве была на выставке «Пуговиц» опять и уже решила, что это окончательно будет. Сделали пять вещей. Ну, а так как было объявлено в библиотеке случайно, мы вчера зашли, смотрим, выставка. А, мышата, у нас как раз по теме к Новому году две работы. Вот мы их и принесли. Белые мыши, поэтому мы решили все-таки беленькую сделать. И мне кажется, она очень удалась.